Привет, с вами Федя. У Геранда и Хома вышли новые видео. Давайте их посмотрим. Первое видео это раб безумца. Безумца. Так. Алло, КВ-44. Я его Франкенштейном называю. Все будет сделано. На кого ты работаешь, предатель? Сам на себя. Вот я же говорю, у него есть какие-то свои цели. От кого же он нас ломал? А ты МС один, что ли? От Левиафана? Ладно, давайте-ка новую серию Хомы. А дальше у нас серия от Хомы. Дремлющее зло. Это продолжение той истории про роботов, да? Это же киборги. Тут... Что это там? А что это за роботы? Один кибер. Ох, типа убийство приносит ему силы этому кристаллу. Я вообще не врубаюсь, что тут происходит.
И... Я думаю, не стоит касаться его. Нету шансов против него. Видимо, кресло его как-то усилило. От них явно ничего не осталось. А не осталось. Он их там что, заорал, что ли? Ладно, всем удачи и всем пока!